Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас небольшой рассказ про льва большого, огромного и про маленькую мышку. «Лев и мышь» называется. Лев спал. Мышь пробежала ему по телу. Он проснулся и поймал ее. Мышь стала просить, чтобы он пустил ее. Она сказала: «Если ты меня пустишь, и я тебе доброе сделаю». Лев засмеялся, что мышь обещает ему доброго сделать, и пустил ее. Потом охотники поймали льва и привязали веревками к дереву. Мышь услышала львиный рев, прибежала, перегрызла веревку и сказала: «Помнишь, ты смеялся, не думал, что я могла тебе доброе сделать, а теперь видишь, бывает и от мыши добро». Вот видите, надо всегда помогать друг другу. До свидания. Всего вам доброго.